Слава богу, Раш вернулся. Именно... Нам нужен был знак свыше. Не осмелюсь сказать больше, но я надеюсь на тебя, чужачка. Ну, как успехи? Ты предала меня. У нас был уговор. Ты согласилась доказать, что он мертв. Нужно было убить его. Уходи. Я больше не хочу тебя видеть. Хочу поговорить с тобой. Мои верные уже сражаются с рейдерами ночи напролет. Теперь я попрошу их найти в себе силы. Хочешь меня убить? Дитя, у меня есть кое-что для тебя. Так вот, мои верные уже сражаются с рейдерами ночи напролет. Теперь я попрошу их найти в себе силы сражаться и днем. Твои друзья должны воспользоваться этим и действовать быстро. Моя семья долго не выдержит. Ну а ты... Вспомни дар Божий. То, что ты испытала, лишь малая часть силы Господа. Будь благоразумна. Я позволю судье сопровождать тебя. Мой друг понимает лишь... язык насилия. Поэтому... будет полезен тебе. Прежде чем стать нашим пастырем, стань нашим клинком. Иди. Освободи этот край для тех, кто хочет жить в мире. Сожалею насчет процветания. Отец указывает.
У всех нас есть причины ненавидеть этих тварей в масках. Отлично сработало на севере. Возвращайся и поговорим о том, что можно сделать в процветании. Сдохни, сыкло! Да, Итану одурачить тебя. Кажется, теперь процветание сможет отразить нападение. Один мой знакомый недавно пропал. Постоянно говорил о том, как круто было бы поселиться в пещере у реки. Думаю, сам он уже мертв, зато вещи по-прежнему валяются где-то там. Найдешь их, они твои. Они так е... Порвали нашу оборону! Тебе удалось выжить! Рад видеть, капитан. И рад, что тебе удалось уговорить Иосифа. Надеюсь, цена была не слишком высока. Что-то в тебе изменилось. Ты какая-то другая. Зато теперь, когда воевать с рейдерами будут еще и эдемцы, близнецам придется сражаться на два фронта. Этим надо воспользоваться. Мы неплохо потрудились в процветании, но этого мало. Нам нужно больше специалистов. Да и помощь им не помешает. Именно они вернут процветание к жизни. Когда мы разовьем его до максимума, оно станет отличной стартовой площадкой для боя с Микки и Лу. Займись этим, а я пока разведаю обстановку. Проверю, сможем ли мы продвинуться вглубь их территории и закрепиться там. Приходи, когда закончишь. Я бы пошла сражаться. Так будет намного лучше. Мы все благодарны тебе. Слышал, ты помогала процветанию. Слава богу, после той атаки хоть что-то уцелело.
Точно, к взлету готовы. Короче, план такой. Рейдеры возводят крепости в тех местах, где собирают редкие материалы. Мы подлетим, и я высажу тебя где-нибудь неподалеку. Тебе надо найти груз. Его местоположение отмечено розовым сигнальным дымом. Но осторожно, груз оснащен GPS-передатчиком. Когда заберешь его, рейдеры начнут тебя искать. Затем я передам тебе координаты места встречи и подберу тебя на вертолете. Как решишь улетать, только скажи. Я сам уж вчера как готов. Тут корабль, как в фильме «Лучший стрелок». Спасибо за топливо. Теперь ты, я и Картофелина снова примемся за то, что у нас получается лучше всего. Будем бесить рейдеров и красть у них ресурсы. Послушай, рейдеры нашли разбившийся авианосец и устроили на нем тайный склад. Ха, думали, что никто об этом не узнает? Нет, отражение ничего не скрыть. Я думаю, нам пригодятся их запасы. Я предлагаю наведаться туда. Может, даже по пляжу погулять, когда обнесем их. Ха-ха, да я шучу. Рейдеры будут в ярости, так что сматываться придется быстро. Ну, сатанти, мошка поп. С рейдерами мы отстроимся куда быстрее. Сообщу по рации место встречи. Только снарягу проверить не забудь. Удачи! Парни!
Давай, подруга! Пойду туда. Отличное место для посадки. Иди туда.
снова! Я люблю свою семью, но... О, да! Вот и ты! Сибуал, ты культуа! Некогда отдыхать, пора снова в полет! Чуть не подохли, скажи. Некогда отдыхать, пора снова в полет. Делай все, что потребуется, чтобы выжить. Безгрешный тут нет. Ты сплотила, Кёрк всем говорит, что встал на путь мщения. Понятия не имею, о чем он. Но сражаться этот чувак умеет. Я недавно видел, как он преследовал группу рейдеров у пещеры, дальше по дороге. Сходи, познакомься, что ли. Откройте ворота!
пузе облезает, как штукатурка. К бою готова, дружище.
там пожар бушует! Я уже в пути. Высшие силы. Ладно. Зови, если понадобится. Поняла. Сейчас. Поехали. Еще жива.
ценю твою помощь, но похоже, с рейдерами нам не справиться. Изымаешь имущество? Как дела? Еще одно безопасное хранилище лишнего не будет. Именно. Бывало хуже. Вас с Рашем послал нам сам Бог. Хорошо, что мы открывали это место. Когда придет зима, нам понадобится убежище. Некоторое время назад в те карстовые пещеры отправилась группа людей. Они хотели вытащить оттуда припасы. Обратно вернулись не все. Вроде бы припасы все еще там. Так что, если ты не против поплавать, удачи.